Toxic Gaming Hub. Сейчас мы посмотрим, что там творится. Мы были там позавчера и просто были в шоке от того, что увидели. Это настоящая курилка. Там курил каждый второй не просто вейп, не просто ашкудишку. Настоящие сигареты в помещении, где нет вентиляции. Но это было вечером. А что сейчас будет днем? Давайте смотреть. Пойдем? Да, идем. Как только мы сказали, что мы будем снимать, начали убираться. Вот о чем мы говорили. Здесь очень много пепельниц. А что самое интересное, это первый киберклуб, где есть снюс-холодильники. Несмотря на тот факт, что здесь многие курят, здесь играют дети. Поэтому не знаю, какие законы в Сербии, но тут такое есть. А здесь у нас PlayStation зона, и мне кажется, что это очень низко. По сути, ты смотришь вниз, у тебя шея напрягается немного. Но экран маленький, да, такое чувство? Ну, небольшой. Выглядит на 2010 год. Мы без негатива, мы просто оценим. Если что, этот ролик посмотрит владелец этого клуба. Ребят, мы говорим честно, мы говорим то, что мы видим. Мы сравниваем это с лучшими киберклубами, которые видели. Поэтому тут без негатива все развиваются. Сейчас у нас 12:35, и здесь большое количество людей. Как будто 50% загруз. В прошлый раз, когда мы здесь были вечером, здесь было просто фул полностью занято. Давайте рассматривать то, что у нас здесь. Живая плюс-минус, но немножечко влажная подушка. Кресло рабочее. Не, кресло живое на самом деле, видимо, свежее. Я чувствую сигареты, я чувствую перегар. Yeah, what you wanna drink? Thank you. Ладно. Так, наша критика должна сейчас уменьшиться. Смотри, здесь мышка Zowie EC2. Просто обычно в таких клубах ставят Афортечи. Да, тут везде Zowie EC2, это, в принципе, неплохо. Слушай, вот клавиатура... Обычно, просто но дефолтная, механическая, так что... но такая длинная. Никто не понимает, что так делать нельзя. Бенки у нас монитор. Наушники, в принципе, в клубе неплохие. HyperX Cloud 2 для CS считаются одни из лучших. Если говорить про девайсы, то честно, коврик неплохой, мышка неплохая. Клавиатура, ну, пойдет. Наушники рабочие, монитор нормальный. Стол хороший, высота кресла, все идеально. На самом деле, если здесь не было бы запаха прокура, все было бы шикарно, на самом деле. Слушай, я начал хвалить клуб после монстра, мне кажется, я продажная сучка. Да, я тоже. How much money did you spend for this club? Around 92,000, about 1 year and a half ago, but because the Bitcoin was much higher and the components in the computer were much more expensive than now, so we had a little bit overpriced. It's so big price because we're not in European Union. Yeah. And what do you think? How many years this club needs to get money? I don't know, maybe around two and a half years. It's probably some estimated time. What problems has this club? Problem is like people are really dirty. They leave the, I don't know, the soda cans and everything from the cigarettes. Yeah. And the equipment is expensive, and when we need to replace it, we need to give a lot of money to replace it. Здесь есть чужие аккаунты. Но в них нельзя зайти, да? Да, я думаю, можно будет. В какой-то из них можно будет. Да, да, да. Я не верю. О! Человек забыл выйти из аккаунта, мы сейчас к нему заходим. Давайте посмотрим пинг. Киев 26, франк. Короче, все хорошо. После, но после Тбилиси начинается сущий кошмар. 600 FPS, 700. Ничего себе. 700 FPS у тебя стабильный, герцовка 165, конечно, плохо, но это пойдет. Идеальный кайф. $2 в час, просто супер. Опять же, если здесь не было бы курящих людей, было бы все гораздо лучше. Но если они уберут возможность курить, выручка их упадет, потому что здесь курит каждый пятый. Ну ладно, нет, каждый второй. Да, мы сейчас играем на аккаунте 7-го левел. Давайте его обрадуем. Сейчас я открою кейс на его аккаунте. Так, ребят, мы закинули 5 евро кому-то на аккаунт. Сейчас мы откроем кейс на эти деньги. Пошло, пошло, пошло. Так, ладно. Надо выбрать, какое у тебя любимое число. Давай последним. Ладно. Ну, у нас одинаковая удача. Ребят, мы закинули еще 10 евро, чтобы открыть все эти его кейсы. Ну, видимо, человек тут невезучий все. Окей. Ребят, мы 5 евро закинем еще сверху на аккаунт, чтобы он бы смог бы купить эти же кейсы. То есть мы ему оставили скины и еще 5 евро сверху докидываем. Тут воровства нет. Ну, немножечко. Так, что у нас по туалету? Ну, ситуация грустная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, тут скорость всего 100 мегабит в секунду. Ну, не, это ненормально. 30 компьютеров — это ненормально, чувак. Мы открыли Shell, это программа для оболочки. Смотрите, как все выглядит по XP-шному, Windows XP. Так, игры. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, по дизайну здесь все печально. Ладно, я впервые это вижу. Выглядит, конечно, плачевно. Тут у нас, кстати, есть вытяжка. Слушай, она вроде не включена. Но, честно, если забыть, что здесь, опять же, курящие люди, ну, пойдет за $2 в час. Есть какой-то бар, снюс, какая-то музыка играет. Сейчас владелец клуба будет делать подарки для Егора. Они все... Для нас? Да.
всех. 12 всех. Так, смотрим наши подарки. Она маленькая, кстати. Она маленькая. Слушай, ну нам никогда не дарили футболочки. В любом случае, Егор, приятно. Я хочу с тобой ходить на каждый обзор, получается. Будем подарки ловить. Ну все, заработали, мы идем дальше. Это второй киберклуб. Сейчас мы посмотрим, что нам предложат люди, которые построили клуб на окраине города. Давайте смотреть. Так, нас сразу же встречают здесь 5 компьютеров в ряд. И я чувствую хороший воздух. Немножко пахнет канализацией, но тут уже лучше. Давайте буду говорить честно. Нас тут узнали. И у нас угостили Пепси. Нас уже купили. Рассказываю. Один час здесь стоит 200 динар. Это у нас почти 200 рублей. 2 доллара. И что я могу сказать? Здесь меньше людей почти в 3 раза, чем в прошлом клубе. Почему? Нам сказали, что потому что они открылись недавно. А по девайсам те же мышки, те же наушники, тот же монитор, та же клавиатура, которая была в прошлом клубе. Короче, полностью копия прошлого клуба. Посмотрите на это кресло. Ну, окей. Мониторы, они какие-то все покосные. Явно этот клуб, хоть и новый, но они как будто используют уже бушные девайсы, мониторы и так далее. Насчет вот этих наушников. Да, их видно, это классно, но нельзя так делать. Потому, блядь, посмотрите на это. Ну, это что такое? Ну, это просто ужас. Ну, ребят. Здесь у нас включен компьютер, мы видим то, что это CNET. Но самый сок этого клуба не в этих компьютерах. Потому что мы даже не прошли. Все дело в бильярдном столе. Вот чудо этого клуба. Бильярдный стол. Всего за 700 динар в час вы можете играть с друзьями после потной катки в КСе. А, кстати, тут еще есть дартс, и он какой-то современный, да? Давай на 20 долларов давай. Оу! Чё, блядь? 20 долларов. Ладно, это все очень хорошо, тут есть бильярд, тут есть дартс, но тут есть еще и компьютеры, и плейстейшены. Но есть плохие новости. Смотрите, мы садимся на диван, которому очень много лет. Давай будем говорить 20. Честно. 20 лет точно. А стол, он весь покоцанный. И самое ужасное, это телевизор, которому очень много лет, он выглядит очень старомодно. И PlayStation 4, а не PlayStation 5. И у нас складывается ощущение, что это просто все было в каком-то их прошлом клубе, они это все принесли и что-то там докупили новенькое. То есть это все бэушное. Кайф из-за этого теряется. Так, смотрите, мы сейчас отходим от четверок, и тут у нас ждет пятерка. И джойстиков, кстати, нет. Если вы вспомните наш клуб, у нас всегда джойстики на столе с док-станциями. А тут, видимо, опять же, дело с воровством. Все, вот сейчас точно последний шанс, давай. Ладно. Ну, 3-2 проиграл. Ну, я пенальти не забил. Пенальти, да. Но я 20 долларов ему отдаю обратно. Все. Это мы мои быстро заработанные деньги, самые быстро потраченные. Поиграем здесь все побольше здесь игр. Ну, тоже мало. Что это такое? Где все игры? Я 40 раз нажал на кнопку запустить КС, у меня ничего не происходит. Тут в магазине ничего нет, просто все пусто. Блин, у меня синий экран был. Ну, пока такое, пока такое. Тут просто человек, видимо, очень зол был. Тут кнопки проваливаются. Блин, везде разная клавиатура. Блин. Все было окей, но этот синий экран меня взбесил. А, он не может запустить, потому что она не скачана. Смотрим, скачана ли КС или нет. Это проблема многих клубов. Тем более тут, скорее всего, дисковая система. Ну дайте играть, сука. В общем, ребятки, мы сидим, ждем уже минут 15, игра просто не запускается. Админ нам сказал, что эти компьютеры не обновлены в КС, потому что, опять же, это дисковая система. Нужно обновлять на каждом ПК отдельно эту игру. Но Егор у нас на опыте, и он скажет, что по этим комплектующим, которые в обычном зале... Ну, максимум 300 FPS, если он сильно разогнан, но и то вряд ли, что будет стабильно. Будет в основном 200. Так, ну что ж, сейчас давайте посмотрим, как выглядит VIP-ка. Тут у нас есть кресло, которое дергается. У нас немножечко убитая ручка. Какие-то сигареты. Цена этого места за час 300 динар. Так, давайте посмотрим. Здесь у нас... Получается, компьютер 380. 1000! 1000 FPS. Не, слушайте, вот здесь прям все шикарно. Так, давайте посмотрим, что у нас по туалетам. Здесь неплохо, здесь неплохо. Но пойдет. Это точно лучше, чем было в прошлом. Помните, я хвастался тем, что у нас расстояние от одного компьютера до второго 1.20 м. Но здесь у нас есть проблема. Я уже касаюсь коврика моего приятеля. А чел справа может коснуться меня локтем. То есть места здесь гораздо меньше. То есть я думаю, здесь около 80, может быть даже 75.
Ну, очень как-то тесно, на самом деле. Второй клуб на уровне первого. Есть огромное количество косяков. От отсутствия скачанных игр до убитых девайсов и PlayStation 4. В Сербии мало выбора клубов, поэтому если прям хочется поиграть, то там плюс-минус это можно будет сделать. Спасает ситуацию бильярд и дартс. Мы шли в третий клуб и попали в какой-то портал. Смотрите, это метро. Красивое, большое метро, но нет ни одного человека. Это какой-то сюр. Мы как будто в игре. Не из-за того, что здесь никого нет, а из-за того, что находится справа от нас. Мы попадаем в какой-то портал, подвал, где просто через каждые 2 метра киберклуб. Какой-то закрыт, какой-то открыт. Смотрите, здесь написано то, что здесь можно играть в Доту, в Steam, Battle.net. То есть это был когда-то в свое время компьютерный клуб. Он уже закрылся. КГБ eSports. Вот что мы должны найти. А вот мы сюда должны были прийти. У меня навигатор здесь стоял, но он закрыт. Это FIFA. Здесь можем зайти поиграть в FIFA. Hello. Так, нет освещения, нам очень больно. Нам очень сложно подниматься. Тут можно разбиться насмерть. Ребятки, тут очень много PlayStation'ов. Есть охлаждение. Куда мы попали вообще? Что творится? Oh, shit, bro. Ну, это настоящий сюр, потому что мы не понимаем, куда мы попали. Так, я выхожу с этого клуба, и передо мной какой-то компьютерный магазин. Но он тоже закрыт. Смотрите, слева у нас eSports арена какая-то. Закрыто. Cyber Shark. 100 динар. $1 игра. Но, возможно, плохие компы. Возможно, плохие компы. Да, посмотрите, во что играют ребята. Если что, это игра CS 1.6. То есть мы как будто реально попали в прошлое. Да, это... Вот мы спустились в подвал. Пятом. Ну, нет, в 2003-м, ладно. Телепорт в СССР. А, вот еще один киберклуб. Да, тоже Cyber Shark. Видимо, они все закрываются. Когда-то он был, типа, популярным. Но что случилось? Непонятно. Нам не дали разрешение записывать в этом киберклубе, но что мы увидели? Мы увидели очень странное место. Вокруг курева есть небольшое охлаждение и хорошие компьютеры. Да. 400 FPS на фейсте было. Короче, непонятно, как это все существует, где мы вообще находимся, но как факт. UVOOC Games. Что это за приколы? Как будто они спавнятся перед нами сейчас. Слушай, ну здесь хорошо. Ну, тут и очень PS5. Прохладно. Сильно, очень сильно. Непонятно, что это такое. Но в этом, видимо, есть какой-то прикол, это может быть какая-то хорошая улица. Тут именно игровые автоматы. А, здесь автоматы плюс бильярд. Но мы попали реально в прошлое. Ну, мы в прошлом, чувак. Мы в 18-м году... Нет, даже не 18-й, это выглядит на 14-й год, 13-й. Нет, это выглядит на 2000-й год. Наконец-то мы нашли место, куда мы должны были прийти по навигатору. Пахнет куревом. Куревом. 1 час 170 динар. Ну, у них вот три разные зоны, видимо, по уровню компьютеров. 160 плей-зона, белая зона 150. Здесь душно, это точно. Очень. Люди все еще играют в 1.6. Как 15 лет назад открылись, так и играют. Убитые наушники. Везде одинаковые наушники. И везде разные клавиатуры. Просто что нашли, что на нашли, то да. Им поставили. Да. Это просто... Я даже не знаю, бро, я даже не хочу смотреть еще раз. Это просто ужас какой-то, чувак. Иди посмотри, ты должен это посмотреть. Это же ужас, чувак, это просто ужас. У меня такое редко бывает, но я просто не хочу находиться в этом месте. Вот просто противно. Но ресепшн красивый. Единственное, что здесь, наверное, красивое. А сейчас я очень хочу выйти на улицу. Егор, все окей, все очень плохо, но посмотри наверх, это просто Half-Life Alyx. Это Resident Evil, сейчас выпрыгнет Nemesis просто и все. Наверное, так. Ой, какой ужас. Зрелище очень печальное.